Сотрудники екатеринбургской компании «Корекс» поделились со зрителями ТАУ видеокадрами порыва силового кабеля, допущенного во время ремонтных работ. Работники горводоканала или какой-то другой коммунальной компании раскопали асфальт вокруг канализационного колодца на улице Альпинистов в микрорайоне Химаш и случайно зацепили электрический кабель ковшом экскаватора. Испугавшись произошедшего, они бросились в рассыпную, так что едва не затоптали одного из своих коллег. В этом смысле сам виновник порыва экскаваторщик явил пример невероятной невозмутимости, оставшись на месте. К счастью, никто из рабочих, включая экскаваторщика, не пострадал. Остался цел и газовый баллон с пропаном, стоявший в непосредственной близости от людей и места раскопки. В связи с произошедшим задачи начатого ремонта усложнились. Приславшие нам это видео, владельцы видеокамеры предупредили, что съемка проводилась не в этом году, однако заверили, что ранее она нигде не демонстрировалась.